Если спектакль, да, это транслируемый на публику некий текст, который должен изменить человека, пришедшего в театр, то Вера с этой задачей справляется на 150%. Потому что мало того, что поэзия – это язык богов, которым, соответственно, Вера очень неплохо владеет, мягко скажем. Вот. Так еще и у нее очень, очень правильный месседж. Все ее страдающие герои приходят к какому-то, как правило, очень хорошему выходу, очень хорошему выводу, что надежда и вера пребывают постоянно. Вот пусть наша Вера Полозкова тут пребывает постоянно.